Сегодня понедельник, и я еду в Спартенбург. Это где-то на картах мне показывают 1,5 часа езды. Я еду туда встретиться с девочкой. Сегодня я выезжаю. Я где-то к 2 туда приеду, я надеюсь. Мы с ней... Мы ни разу не виделись, мы только переписывались, поэтому да, это будет интересно. Вот, и в другой город съезжу. Тоже неплохо. Я обожаю ездить на машине, на дорогах, поэтому хорошо, красота. Петербург — город небольшой, но он... Я там была проездом, я туда заезжала, когда... Ну, в общем, я ехала в другое немножко место, но я была проездом в Спартенбурге, но был большой дождь, и я не смогла выйти из машины, я думала, ладно, окей. Но там неплохо, там симпатично так, особенно в центре, да, красиво. По окраинам не сказала бы, но в центр хорошенький. Поэтому посмотрим, посмотрим, всё, мне проехать уже, хватит разговаривать. Итак, что вы думаете? В общем, что случилось? Мне осталось ехать 50 минут, но я уже просто... Я не знаю, что... У меня такое первый раз, в общем. Я еду, я понимаю, что... Я не сплю там за дорогой, ничего. Но я понимаю, что у меня теряется концентрация, и я уже как бы не могу ехать. Я уже думаю, окей, я включила аудиокнигу, которая мне очень нравится, которая такая, ну, интересная. Думаю, может, буду концентрироваться на этом. Не помогает, думаю, окей. Музыка не помогает, думаю, окей. Звоню папе, говорю, папа, что мне делать? Он говорит, ну, типа, съедь, остановись, возьми что-нибудь покушать или выпей кофе, там, попить. Передохни минут 10-15, вот, посмотри, как будет. Я думаю, окей. В итоге я заехала все-таки в Starbucks. Я не хотела пить кофе сегодня, но придется пить кофе. Осталось ехать чуть-чуть совсем. Что здесь идет ремонт и работы на дорогах, поэтому едем все 35. Я так еду уже, я не знаю сколько, уже долго, мне уже надоело. Они закончились? Нет, они не закончились, я приеду точно не вовремя. Ну ничего страшного, пустим. Посмотрим дальше, я еду в центр. Взяла супчик, брокколи и салат. Это зеленый чай. Сейчас только 6 часов вечера. Даже еще нет 6. А уже все, уже темно. Итак, всем доброе утро. Сегодня вторник. Я вчера ездила в Спартенбург. Я там была недолго. Я, наверное, в часов 8. Я уже была дома, поэтому... В общем, хорошо, в общем, съездила. Неплохо. А что сегодня? Сегодня я сейчас поеду в банк, и после этого я поеду, мы поедем в даунтаун с Настей, погуляем. Я там была, наверное, раза 2 только, но там на самом деле очень круто, там вот прям для меня это прям как Нью-Йорк, только очень маленький, такая мини-версия. Вот, поэтому поедем туда погуляем. Покушаем и дальше посмотрим, что будет. Из-за того, что у меня зеркало, оно стоит здесь. Мне неудобно показывать, что у меня. Ну, в общем, я не знаю, на улице, мне кажется, на улице жарко. Но я сидела на балконе, и было очень холодно. Поэтому я решила, окей, я оденусь так, если что, потом переоденусь. Но я сейчас еду в банк. Интересно, я купила плойку. Но она... Сейчас покажу. В общем, это плойка... Как бы она вообще неудобна мне в использовании, потому что я хотела немножко другую. Я хочу ее сдать, но вопрос в том, что нет чека.
И вообще, я знаю, что они как бы должны принять. Но посмотрим, может быть, они мне что-нибудь скажут, что типа нет. Так что, не знаю, сейчас узнаю. Итак, мне вернули... мне вернули деньги за плойку. А еще на улице очень жарко, поэтому я переоделась в кожанку. И все, пора уже выезжать, уже мне нужно уже скоро быть. Как обычно, опаздываю, все, поехала. А, так громко! Итак, мы пришли в... Downtown Charlotte. Вот прям сюда. А, да, мы пришли покушать. А, ну, короче, нам не нужно резерваться. Посмотри на заведение. И в это заведение по... Ну, это уже не бранч, это уже не бранч. Не до ужин. Но там нет резервации, там ничего нет. Они, наверное, закрыты, потому что... А я не знаю. Нет, люди есть. Короче, ладно, мы идем фоткаться, потому что сейчас стемнеет, уже стемнело. Сейчас, вон там, по-моему, долина есть. Не долина, а парк. Мне прикалывает, что уже снежинки. Вот везде, по городу. Да. Ну да, не больше. О, прикольно тут, конечно. Но все равно опасно одному, да, особенно вечером гулять. Да, да. Я всегда одна никогда не совалась, честно говоря. Это Хутерс. А, не знаю, как это правильно, знаешь, да? Кто это? Там, в общем, девушки. Я загуглила, там, в общем, девушки, у них шорты. Такие короткие, юбка. И короткие топы. И они как я не знаю, как это, они либо как официантки там работают, либо как хостесы, типа. Они в таких коротких, я сейчас будем идти, но они, наверное, закрыты еще. Вот, как они выглядят. Ну, это, наверное, разная униформа есть. Такая умная, идем прямо. Идем, идем, идем. Телефон занят, а я вообще. Ну, здесь тоже пустовато, да? Я бы не сказала, что здесь так людно, прям людно. Ну, может. Центральный там. Мы приехали в Нью-Йорк. Ну, тоже похоже. Идем кушать? Да. Кушать я даже. А, ну вот там реально красота. Реально пусто так, да? Никого вообще? И свет хороший, мне нравится. Авокадо тост и как это, потейто суп, типа такого, он сладкий будет, с орехом, пекан, не знаю, как это перевести на русский язык, в общем, пекан, как орехи большие, они похожи чем-то на грецкие, они для меня по вкусу как грецкие, но немножко другие, вот, место тут хорошая музыка. В общем, все, мы уже покушали. Очень вкусно понянякали. И очень, я прям... И у нас был классный официант. О, да, он был очень хорошенький, миленький. Я, наверное, заказала... Сколько раз просила кофе? Раза три. Раза три, да. Да. Я попросила кофе три раза, теперь точно не буду спать. Все, я теперь готова лечь и лежать. Какая-то мустанг, наверное. Найти машину было самым легким, ой, самым сложным. Да. Я даже чек не взяла, я поставила машину, думаю, зачем мне чек, я же буду оплачивать. Ну я думаю, что это где-то... Мне кажется, что мы были за этой красной машинкой. Я как-то так припарковалась. О-о-о-о. Может быть, мы там были? Ну да, об этом думала. А, ну давай пройдем. Что, припарковались. Вот, смотри. О, поехали, пошли. Вот, нет, это не наша.
Слушай, мы, наверное, выходили в то здание. Да, нам нужно поменять дверь. Вот здесь, на нижний этаж. А, вот это второй левел вроде написано. Пойдем покружимся. Итак, я монтирую это видео уже. У меня уже готово следующее видео, но я монтирую только вот это. И, в общем, насчет открыток. Я решила, что... Три открытки у меня, да, по-моему, три или две? Наверное, три. В общем, я выберу трех людей в комментарии под видео. Какие вы бы хотели видеть видео в дальнейшем? То есть просто любые идеи. Самое интересное выберу и отправлю вам открытки. Вот поэтому пишите любые идеи, связанные с Крисмасом, связанные... Ну, в общем, все, что вам придет на ум, пишите. Вот. В пределах разумного. И да, спасибо большое за просмотр. Я не знаю, я такая уставшая, не понимаю, что происходит. Сейчас только 11 часов, а у меня просто мозг уже не работает. Поэтому я сейчас демонтирую видео, завтра его выложу. Вот. А вы пишите свои комментарии. И... Да, все, спасибо большое за просмотр. Всем хорошего дня, вечера, доброго утра. Кто когда смотрит.